А почему болеют дети? Давайте, вот если вы тут сейчас находитесь в этом эфире, слово болезни я не использую. Ну, не люблю я это слово. Потому что любые изменения, которые происходят с телом, там вдох, там, или любимые детские, там какие-нибудь гланды, или любимые там легкими поболеть пневмониями, или сыпями какими-нибудь покрыть, любые изменения, которые дает тело, мы называем их не болезнями, мы называем их специальными программами. Программами, которые мозг использует для того, чтобы каким-то образом там, в сложной обстановке пытаться адаптироваться к реальности. А про болезни детей. Дети будут воспроизводить те болезни, вот, которые будут отражать либо маму напрямую, либо семейную обстановку. Ну, то есть, вот пример семейной обстановки. Еще несколько вопросов и найдем, кого выйти в прямой эфир. Так вот, ребенок всегда будет отражать именно маму. Поэтому, смотря на маму, смотря на то, что происходит с мамой, вы самый простой, вот делаете вот это. Вот как я с вами сегодня вначале сделал. Стали своим ребенком и посмотрели, там, где начался симптом, посмотрели, что такого могла делать мама, что вы так себя могли почувствовать. И это самое простое, вы будете обнаруживать такие вещи, слезки будут наворачиваться.